Лишил жизни, связал ноги веревкой и выбросил в пересыхающую реку. Полицейские раскрыли дело об убийстве 48-летнего мужчины. Тело пролежало в водоеме села Петровка Белгород-Днестровского района почти полгода. Как оказалось, местного жителя убил односельчанин, в чьем доме он временно проживал. Все из-за конфликта, который возник во время распития алкоголя. Правоохранители задержали подозреваемого в одном из сел района, где тот скрывался. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.